Пред женской красотой мы все бессильны стали. Она сильнее богов, людей, огня и стали. Эти замечательные строки вышли в свое время из-под пера поэта Пьера де Рансара. Поспорить с ними не представляется возможным, как с тем, что самое могущественное из всех видов природной внешней привлекательности является именно дамская красота. Она может сразить на повал, будоражить воображение, вдохновлять. Сама же по себе любая красота, кому бы ни принадлежала, формирует отношение к прекрасному и доставляет ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение в результате созерцания безупречного во всех отношениях объекта. 9 сентября у каждого землянина есть весомый повод поднять бокал шампанского и произнести тост. Мир отмечает Международный день красоты. Не секрет, что прирожденных красавиц весьма ограниченное количество, но тем не менее обаятельных, хорошеньких женщин великое множество, а дело все в правильном уходе за своей внешностью. С вопросами о красоте и уходе за собой прекрасные жительницы Кашихабского района могут обратиться к мастеру своего дела, парикмахеру-универсалу, колористу-бровисту Оксане Куновой. В преддверии Международного дня красоты мы встретились с Оксаной у нее в салоне и постарались хоть немного приблизиться к тонкостям этой творческой профессии. Оксан, как давно ты работаешь в сфере красоты? Работаю в сфере красоты я уже лет больше 15, наверное. Но так получилось, что выбор моей профессии стал не моим выбором. Не я выбирала профессию, профессия выбрала меня. Я училась на экономиста. Заканчивала Белгородский институт коммерции и финансов, заканчивала КБГУ экономический факультет. И всю жизнь цифры были моей жизнью. Так получилось, что я уехала в Москву. И в Москве я работала в РАО ЕС России помощником генерального директора так, 4 года. И когда нашего директора подняли выше, сама понимаю, что в Москве работать и удержаться очень тяжело, нас бы как бы попросили на выход, так скажем. И у меня оставался год, и за этот год я научилась, не знала, куда себя применить, и училась парикмахерскому искусству, в разных сторонах себя пробовала, хотела и стричь, и маникюр делать, и педикюр делать, но на это у меня был целый год. И после этого, приехав год, отработав в Москве, я работала очень на такой серьезной точке, Павелецкий вокзал, огромная парикмахерская, там была очень большая текучка, очень много людей проходило через наши руки. Я училась вместе с Лисовцом, если ты знаешь, Влад Лисовец, он сейчас великий стилист, мы учились в одно время, в одной группе, Да, и какие-то конкурсы я выигрывала, но так как семья для меня как бы в приоритете, участвую в разных конкурсах тоже до сих пор. Как я поняла, ты уже была замужем, да, когда ты была в Москве? Нет, тогда я еще не была замужем, это было лет 15 назад, я 10 лет как замужем, лет 15 назад. И тогда, получается, выбрала семью, да? Да, я выбрала семью, я приехала сюда воспитывать своих замечательных детей. Ни для кого не секрет, что у меня трое шикарных, хороших, умных детей, двое из которых не мной рожденные, но воспитываются мной. И любой, кто знает меня и знает моих детей, они знают, как я отношусь к детям. И семья для меня стала больше приоритетом, чем экономистам здесь быть, как бы, никто не предлагал, так скажем. А стричь я начала, первые свои стрижки я начала делать дома, соседям просто. Просили ребенка подстричь, там, сами просили, там, прическу взять. Я задумалась о том, что, возможно, было бы и открыть такой себе салон небольшой, где я могу, как бы, принимать тех же самых детей, тех же самых мамочек, делать как бы их красивыми, скажем так. И у меня зародилась такая мысль. Сперва я взяла, конечно, в аренду помещение, начала работать с маленького помещения. Там у меня стояло только одно кресло, одно зеркало и маленький стол, и все. И со временем начала расширяться.
Мне хотелось больше, мне хотелось больше простора. Я ездила в Сочи на семинары, я ездила в Кабардино-Балкарию к себе на родину, там училась именно по бровям, я стала бровистом. И со временем, я думала, приходили невесты, да, делать прически, делать макияж. Я подумала, почему бы и нет? Почему бы мне не открыть еще и свадебный салон? И поэтому я еще открыла попутно с салоном красоты еще свадебный салон. И, ну, я думаю, что успех еще впереди. Как давно работает твой салон? Мой салон уже работает третий год. А вот в феврале месяце у меня будет уже 3 года ровно. Кроме тебя, кто еще здесь работает? Какие услуги вообще вы оказываете в вашем салоне? В моем салоне услуги оказывают не только парикмахерского характера, и не только стригу, крашу, но и некоторые косметологические процедуры провожу, коррекцию окрашивания бровей, маникюр, педикюр. Все, что возможно делать в салоне, я стараюсь это применить, чтобы люди, придя в салон, могли обслужиться не только там в одном направлении, да, там ногти сделать и уйти в другой салон. Я стараюсь, чтобы люди, которые пришли сюда, здесь отдохнули, получили то, что они хотят получить от меня. Это и маникюр, и педикюр, и тот же самый макияж, ту же самую прическу, стрижку. И я всегда прислушиваюсь к людям, которые, клиентам, которые, ну, сами не зная, чего они хотят, приходя сюда, уходят очень довольные. Предлагаю я им свои услуги именно в том плане, в котором, ну, как бы мне казалось, чтобы им больше пойдет. Я немножко и стилист, наверное. На твой взгляд, какие из этих услуг наиболее востребованы здесь, у нас в районе? Более востребованы, конечно, по возрастным категориям, если брать, то это, скорее всего, женщины уже в возрасте, которые сами там, ну, не могут по каким-то там причинам сделать себе педикюр на ногах, да. Это более возрастная категория женщин, которые приходят делать педикюр. А маникюр делает у меня в основном молодежь. Ну, бывают, конечно, и женщины, которые смотрят за ручками своими. Ну, в основном женщины, ну, так скажем, и молодые, и не очень. А прически, больше контингент, конечно, у меня, скорее всего, женщин на стрижки. На стрижки, на укладки, на окрашивание. Потому что я колорист еще, добавок ко всему, подбираю цвета. Как бы много процедур здесь проходит. И я думаю, что, скорее всего, больше я стою, чем сижу. С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе работы? Ну, трудности в нашей профессии, я думаю, это угодить. Самое главное, угодить клиенту, который тебе пришел, тебе доверился. Это самое главное. А по жизни, вот какие у нас могут быть трудности? Естественно, это налоги, которые нужно платить, которые от них никуда не денешься. Да, конечно, хотелось бы их поменьше платить, но какие дали, такие и платим. А так, я не знаю, у каждого, наверное, свои трудности в жизни. Для меня лично было самой большой трудностью было привыкнуть, я с другой республики, привыкнуть здесь к этому чудесному краю, к этим людям. Скорее всего, для меня была такая трудность. Не в плане работы, а в плане морального чувствовать, как себя чувствовать здесь. Ко мне очень долго привыкали, очень долго присматривались, не зная, что я делаю, как я делаю. Все равно, проживи я здесь даже 100 лет, я все равно буду из другой республики. Вот за время работы, я думаю, у тебя уже появились постоянные клиенты, да? Да. Которые к тебе обращаются. Да, да. Их становится больше же? Конечно, да. Их становится не только больше. Они приводят и мам, и детей, и бабушки там приезжают. У меня есть такие клиенты даже, которые танцуют в Нальмасе и приезжают с мейкопа, чтобы просто постричься у меня. Это же хорошо, когда по знакомству советуют, значит, советую, твоя да. работа людям нравится и уже советуют другим. Вот ты говоришь, что ты с другой республики. Когда ты хотела открыть салон, какие были сложности в процессе открытия? Вообще, как твоя семья к этому отнеслась? Кто тебе помогал?
Вот ты понимаешь, с другой республики, когда ты приезжаешь, дома, как говорится, и стены помогают, а здесь тебе присматривались люди, тем более, когда ты приходишь в другую семью, где свои уставы, где своя какая-то почва под ногами, уже устоявшаяся, нужно под нее подстраиваться, нужно влиться в эту семью. Семья меня, конечно, поддержала с первого момента. Я начала стричь дома детей, у меня был уже тогда уже был маленький ребенок, и это было не очень удобно. Постоянно волосы, постоянно вот это все. Я задала такую, не то что вопрос, а просьбу даже, говорю, как ты смотришь мужу, как ты смотришь на то, что я бы хотела открыть салон или просто кабинет какой-нибудь. Мы сперва думали пристроить, построить что-то, но на это нужно было время, а мне хотелось реализовать уже себя. Поэтому я попросилась в салон, ну, себе открыть салон, не попросилась даже, а решилась на то, чтобы взять в аренду маленькое помещение. И с этого началась моя деятельность. Я думаю, что дальше останавливаться я не буду, будет все продолжаться, и мой салон всегда будет открыт благодарным клиентам. Из того, что ты говоришь, я так поняла, что ты не жалеешь о том, вернее, тем, чем ты занимаешься. Нет, я не жалею тем, что я занимаюсь, хотя по образованию я, да, много чего перепробовала, я и очень хотела быть медиком всю свою жизнь, я мечтала закончить медицинский. Но на тот момент, когда я заканчивала 11-10 класс, тогда не было 11 классов, когда я заканчивала 10 класс, у моих родителей не было такой возможности учить меня на медицинском. И я все равно закончила курсы медсестры, я умею делать и уколы, и ставить капельницы, что я преспокойненько делаю всем своим детям. И этот выбор этой профессии, он как-то сам лег, знаешь, на мою судьбу. Он, я же говорю, не профессию я выбирала, а она меня выбрала. Ну, мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. По крайней мере, здесь я чувствую себя свободно. Я ни от кого не завишу. Наоборот, мои клиенты зависят от меня. Ты говорила, что участвовала в разных конкурсах. Можешь назвать некоторые из них, которые тебе больше всего запомнились? Я участвовала в одном конкурсе, на котором я заняла 3-е место, и даже у меня дома висит эта медалька. Она проходила в городе Сочи. Это на студии «Лореаль». Был такой конкурс колористики, и я не стесняюсь того, что я заняла 3-е место, потому что из лучших занять 3-е место – это уже результат. И дальше я, ну где, чтобы вспомнить так, это, скорее всего, я была в Пятигорске, еще один был, на базе «Хайпертин». Это такая косметологическая линия. И мы там проходили именно даже не конкурс, а семинар, обучающий семинар именно по макияжу. И на этом этапе я тоже очень большой опыт получила на этом семинаре. Это вот из более такого раннего, запоминающегося. А так, пока была в Москве, я чуть ли не каждую неделю посещали мы всякие конкурсы и семинары, учились. Нас даже не хотя, нас туда записывали, мы должны были проходить эти конкурсы, чтобы получить этот диплом. У тебя в одном кабинете, не в одном кабинете, в одном салоне получается салон красоты и свадебный салон. Вообще, как так получилось, что ты захотела и свадебный совместить со своим салоном красоты? Ну, такая идея мне пришла на ум только после того, когда начали приходить сюда невесты. Они начали приходить с фатой, которую нужно было прицепить, ну, не прицепить даже, а красиво украсить на голове. И мне пришла такая мысль, почему бы нет. Если сюда приходят невесты украшать голову, почему бы нельзя одеть их в ту же самую фашу, в тот же самый свадебный наряд. И мне пришла такая идея. Плюс, добавок ко всему, у меня в Кабардино-Балкарии моя невестка шьет
И вот эти все фаши, которые вы видите, это все сшиты моей невесткой. Да. Она училась у Мадины Сараль. Твои ближайшие планы на будущее. Я думаю, что ты целеустремленная и не собираешься останавливаться на том, чего ты достигла. Чего бы ты еще хотела, что ты еще не сумела реализовать на сегодняшний день? Ну, ты знаешь, конечно, когда человек амбициозен, когда хочет очень многого чего-то достичь, он всегда стремится. Я лично стремлюсь к тому, чтобы познавать что-то новое. В сфере красоты, в институте красоты, каждый день это ты узнаешь что-то новое. Нельзя, там нету грани. Понимаешь, каждый день ты учишься. У каждого свой волос, у каждого своя бровь, ресничка. И чтобы ее подчеркнуть, сделать ее красивой, этому мы учимся. В дальнейшем я хочу, конечно же, вот, поехать на семинар в Москву. Это именно хочу развить здесь небольшую такой линию такую. Это татуаж бровей. Это растушевка, это именно вот по татуажу бровей я хочу открыть такую линию у себя в салоне. И, естественно, я не делаю наращивание ногтей, потому что у меня, я училась, я заканчивала эту школу, все, но я не могу этим заниматься, потому что, как многие, кто занимается ногтями, и, наверное, меня поймут, что у меня развилась аллергическая реакция на липкий слой одних из гелей. Поэтому, ну, на липкий слой он в каждом геле находится, поэтому я не могу этим заниматься, хотя очень хотела. Я занималась 2 года, делала ногти, но руки дороже. Руки становятся в ужасное состояние приходят, потому что аллергия – это нехорошая болячка. Есть такая хорошая поговорка – мир спасет красота. И пока есть такие профессионалы, как наша героиня Оксана, это выражение будет актуально. –